Борьба за идеальные низкие частоты окончена. Друзья, всем привет, на связи Алекс Беркут. Я уверен, что новинка, речь о которой пойдет в этом видео, вас точно не оставит равнодушным и как минимум заинтересует попробовать в деле. А как иначе? Том Фрэмптон и компания вновь хотят удивить весь мир, выпустив свой новый, инновационный и уникальный в своем роде плагин Bass Room. Для менее опытных звукорежиссеров баланс низких частот в миксе может оказаться трудным делом на этапе сведения и мастеринга. Неудачный баланс низких частот является одной из причин провала многих потенциально хороших треков. Слишком много баса, и трек начинает звучать раздуто и теряет ясность. Ну а при недостатке баса он будет звучать слабо. Bass Room – это особый эквалайзер, который предназначен для того, чтобы помочь как начинающим, так и профессионалам добиться плотного, хорошо сбалансированного низа за считанные секунды. Как заверяют разработчики, это достигается за счет обеспечения исключительного качества обработки и специальных настроек эквалайзера, которые мог бы сделать великий звукорежиссер во всемирно известной студии. Звучит слишком многообещающе и фантастично? Давайте разбираться вместе. Сначала рассмотрим интерфейс плагина. Для эквалайзера он выглядит довольно необычно и не совсем привычно. В то же время здесь нет ничего лишнего и все основные регуляторы под рукой. А с помощью этого треугольника в нижнем правом углу можно изменять размеры графического интерфейса плагина. Очень удобно. И хорошо, когда разработчики предусматривают такую возможность в своих продуктах. Итак, Bass Room представляет собой пятиполосный эквалайзер, охватывающий область низких частот до 320 Гц. Для наглядности каждая полоса выделена разным цветом. Точками кроссовера являются 20 Гц, 40, 80 и 160 Гц. Как утверждают разработчики, они создали особые фильтры, которые имеют минимальный уровень фазовых искажений и искажений транзиентов, обеспечивая большую прозрачность. В результате Bass Room обеспечивает высокое качество при работе с низкими частотами на мастер-канале, в то время как другие эквалайзеры могут вызвать размытие транзиентов и искажение фазы, что в свою очередь снизит качество и четкость звука на выходе. Посмотрите на эти графики. На первом показан оригинальный транзиент. Воспринимайте это как, например, упрощенную схему волноформы бас-бочки. А на втором графике обратите внимание на то, как меняется волноформа на выходе фильтра линейно-фазового эквалайзера. Появляется осцилляция до и после транзиента. Ну а на третьем графике видно, что эквалайзер Bass Room практически не производит колебаний, поэтому транзиент сохраняется и на выходе получаем более естественный, чистый и четкий звук. Разработчики уникально подошли к созданию эквалайзера Bass Room. Они сосредоточились на том, как слушатели воспринимают звук в реальном мире. Более громкие звуки ощущаются ближе, в то время как более тихие – дальше. Более низкие частоты ассоциируются с основой звука, его фундаментом, а более высокие частоты воспринимаются как воздух. И чтобы отразить все это в Bass Room, разработчики создали особый 3D-дисплей, в котором частоты отображаются вертикально, а усиление представлено глубиной в виртуальной комнате. Когда полоса находится в центре комнаты на центральной линии 0 дБ, изменение параметра Gain не производится. Сдвигая полосы частот вглубь комнаты, ослабляем значение Gain, а вперед усиливаем. Для этого, кстати, не обязательно двигать мышью вперед-назад.
Все настройки можно также осуществлять колесом мыши. По умолчанию диапазон усиления установлен плюс-минус 4 дБ. Но нажав сюда, можно выбрать 2 и 6 дБ. Разработчики говорят, что подобное отображение на 3D-дисплее помогает визуализировать процесс настройки низких частот и выглядит более захватывающе, чем традиционная кривая эквалайзера, где частоты отображаются горизонтально, а величина гейн — вертикально. В то же время важно понимать, что Bassroom не является таким усилителем басов, как, например, плагин Submarine от Waves или Subsynth от Brainworks. Вместо этого Bassroom специализируется на производстве тонких и аккуратных настроек в узких полосах частот низкочастотного диапазона. Чтобы вернуть регулятор Gain в значение 0 дБ, зажмите Alt и кликните по полосе. Или, что еще проще, сделайте дабл-клик левой клавишей мыши. Также доступен и типичный для эквалайзера регулятор Q. В плагине Bassroom он расположен по бокам каждой полосы и определяет диапазон затронутых частот. Чем ближе к центру этого поля перемещаем регулятор, тем на более узкий диапазон частот будет оказано влияние. И наоборот. И сразу замечу, что регулятор Q недоступен для самой нижней полосы от 0 до 20 Гц. В плагине Bassroom также предусмотрена возможность прослушать в соло какую-либо полосу. Для этого зажмите Ctrl и кликните по ней. Полоса окрасилась в красный цвет, соло-режим активирован. Особенно это может быть удобно, когда настраиваешь параметр Q для данной полосы. А если зажать Alt и начать настраивать Q, то режим соло включится на этот период. Плагин имеет глобальную кнопку Bypass, которая действует одновременно на все полосы частот. Но также можно активировать Bypass для одной полосы. Для этого зажмите Ctrl-Alt и кликните по ней. Полоса окрасилась в оранжевый цвет. Настраивая эквалайзер, чаще всего можно столкнуться с тем, что уровень сигнала на выходе изменился. Звук стал тише или наоборот громче. Естественно, что в этом случае объективно сравнить до и после не представляется возможным. Но я думаю, вы заметили, что при наведении курсора на кнопку Bypass появляется это поле, в котором с помощью регулятора можно компенсировать уровень воспринимаемой громкости на выходе. Если величина гейн изменилась более чем на 2 дБ, значок динамика станет оранжевым. Теперь, чтобы выровнять воспринимаемую громкость, просто сопоставьте ползунок гейн с указателем соответствия уровня в виде маленького треугольника. Это очень полезная функция, так как можно на одинаковой громкости более объективно сравнить результат до и после. В верхнем правом углу плагина находятся привычные для продукции Mastering the Mix опции. Настройки, в которых можно включить, отключить отображение некоторой информации, зарегистрировать плагин и найти мануал и прочую справочную информацию. А теперь давайте перейдем к практике и опробуем плагин Bassroom в деле. Алгоритм работы прост. Шаг первый. Вешаем плагин на мастер-шину после всех обработок до лимитера. Шаг второй. Выбираем подходящий пресет или импортируем референсный трек, который лучше всего подходит для материала, над которым вы работаете. Разработчики провели кропотливую работу и сравнили и проанализировали много треков в разных жанрах, а затем создали пресеты, которым пользователи могут доверять. По сути, это настройки эквалайзера для каждого жанра. Например, в нашем случае такой трек. Послушаем фрагмент.
Выберем подходящий пресет. Например, R&B Old School. Шаг 3. Запускаем воспроизведение. Сложный алгоритм плагина Bassroom анализирует микс и затем на основе этого анализа отображает так называемые таргеты — цели в каждой полосе частот, чтобы в итоге помочь пользователю принять обоснованные решения в процессе своей работы. Толстые линии — это интегрированные цели, а тонкие — постоянно обновляемые кратковременные цели. Сравнение тонального баланса нашего трека и пресета за период в 3 секунды. При этом, как заверяют разработчики, это не просто матчинг, то есть согласование частот. Все цели являются результатом анализа сложного алгоритма, который точно определяет, как ухо человека воспринимает низкие частоты относительно баланса всего микса. Мы видим, в какие позиции переместились цели. Шаг 4. Теперь можно произвести соответствующую настройку эквалайзера. Шаг 5. Настройки эквалайзера изменили общую громкость, о чем свидетельствует и оранжевый цвет значка динамика. Сопоставляем ползунок Gain с указателем соответствия уровня и выравниваем воспринимаемую громкость. Шаг 6. Слушаем до и после и при необходимости делаем дополнительную настройку эквалайзера. Давайте попробуем другие пресеты для этого трека. Давайте послушаем еще примеры в других жанрах. Возьмем джаз, затем что-нибудь потяжелее и что-нибудь из электроники. Чтобы не забирать у вас слишком много времени, а ролик и так получается уже слишком длинным, я опущу сам процесс настройки плагина. Но не забываем, что пресеты являются лишь отправной точкой. Окончательное решение всегда должно быть за вами. Также вместо выбора пресета можно кликнуть по этому значку в нижнем левом углу и импортировать референсный трек. Для этого в открывшемся окне выбираем нужный трек или сразу несколько и нажимаем «Открыть». Или можно просто перетащить требуемые файлы. Чтобы удалить ненужный трек, предварительно выделите его и кликните по мусорной корзине. Итак, референс загружен, а далее находим и выделяем подходящий фрагмент. Как правило, это место с наилучшим представлением баса в треке, например, припев или дроп в электронной музыке. Одновременно могут быть выделены сразу несколько фрагментов. Чтобы удалить ненужный, зажмите Alt и кликните по нему. А кликнув в любое другое невыделенное место, можно удалить сразу все фрагменты. В нижней части этого окна располагается линия. Именно вдоль нее перемещается указатель текущей позиции.
Просто кликните в нужном месте или вручную передвиньте, куда требуется. Нажав на Play, запустим воспроизведение. Кликнув еще раз, остановим. Все просто. Итак, подходящий фрагмент выделен. Нажимаем на «Создать цели». Программа проанализировала трек, и теперь, запустив воспроизведение, видим, что цели переместились в предложенные позиции эквалайзера. На основе тонального баланса нашего микса по сравнению с тональным балансом референсного трека. Ну а далее производим настройку эквалайзера. Слушаем результат до и после. Чтобы попробовать или приобрести плагин BassRoom, перейдите на официальный сайт компании. Итак, друзья, так как низкие частоты часто являются зоной проблемного контроля, особенно в неподготовленном помещении, где проблематично послушать и оценить низкие частоты, то данный плагин может при грамотном использовании вполне выручить в этой ситуации. Большое спасибо за внимание. Заходите на сайт yershovmix.com, подписывайтесь на наши обновления в соцсетях, чтобы следить за выходом новых видео. С вами был Алекс Беркут. До скорой встречи. Плывите к звуку.